Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И я продолжаю проходить игру Outlast 2. Поехали! Шахта? Это должна быть она. Как, черт побери, я спущусь туда? Действительно, Блейк. Может, просто спрыгнем? Нет, мы не ищем легких путей. Наверное, мне как-то перепрыгнуть туда. Или можно забраться? Ну, кто не рискует, тот не пройдет Outlast 2. Поэтому погнали. Есть. Вроде словился. Здесь все спокойно? Дерьмо. Я не могу. Веревка. Мне просто нужна веревка. Для начала прочитаем, что здесь. Тут письмо от кого-то, кто забрал веревку. Черт. Серьезно. А ты не можешь как-нибудь по-другому спуститься? Говорит, если ты хочешь ее забрать, ты можешь убить меня. Или с меня убитого забрать ее. Интересно, кто это, блин? Он? Мессия, чудо! Тело Христово готово! Блин, мне кажется, меня спалили. Заткнись, падла! Блин, он побежал всех будить. Придурок. Мне срочно надо найти веревку. Ай, дядька! Блин, а зачем он... А зачем вам меня убивать-то? Ой, извиняюсь. Я не помешаю тебе. Да что ж вы... Повсюду! Тетка. Ну, как обычно, в грудак и погнали. Считай, познакомились. Серьезно, а где мне взять грёбаную веревку? Там сидит кто-то. Да что ж ты ломишься-то везде? О, я нашел веревку. Мне кажется, я нашел ее. Прекрасно. Так, надеюсь, меня никто не запалил. Ты же меня не запалил? Нет, он меня не запалил. Здорово-то как, да? Висельную веревку снимать. Почему бы нет, Блейк? Конечно, даже внимания не привлек, да? Сейчас сзади кто-нибудь стоит? Нет. Фух. Ну, погнали. Забираем веревку и валим отсюда. Алекс. Спасибо, друг. Грязненький. Стоп, пожалуй-ка я... Нет, я не обойду. Ёлки! Валим туда. Да не туда! Блин, походу туда придется валить. Ёлки, он здесь! Да он здесь же, блин! Да как так-то? Он заколебал, он не дает мне... прохода вообще. Как ему его пройти-то, блин? Ну кто меня увидел, а? Вот кто меня увидел? Я стою здесь за домом, падлы. Вон он, мерзкий. Пошел в жопу, урод. Да блин, хорош застревать повсюду. Все. А это кто ты, блин? Откуда ты взялся, козлина? Куда бежать-то? Да он сзади, я ж слышу. Да садись ты! Ползи, 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 ползи! Все, я спрятался. Я лечусь, я спрятался. Блин, судя по звукам, они знают, что я здесь. Да? Нет? Серьезно, вы не догадаетесь? Давай ты просто свалишь отсюда. Блин, почему нельзя дать тебе просто завязать грёбаную веревку, а? Ну почему? Почему меня постоянно пытаются напрячь? Нет, охренеть, как не нравится. Это нифига не игра получается. Это просто беготня от каких-то тварей. Да беги ты быстрее, друг. Давай. Цепляй грёбаную веревку и валим. Надеюсь, хоть здесь ты меня не достанешь. Козел, он уже рядом. Как ты так быстро ее завязал? Он уже ломится. Быстрее, он уже ломится. Сейчас обрубит, смотри. Он что, обратно тянет? Он меня пытается сбросить. В смысле? Да ладно! Охренеть! Кажется, он грохнулся на меня. Да? Ты сдох? Урод! Где, блин? Я его не вижу. Давай подлечись, приятель.
Блин, если он сдох, я только счастлив буду. Серьезно, он меня уже напрягать начал. Но мне кажется, ни хрена, он сейчас еще руку откуда-нибудь, как терминатор, выстрелит. Где? Да блин, опять школа. Крыша. Блин, эта тварь местная тоже меня ужасно напрягает. Многорукая. Многоножка. Где он? Я его не вижу. Я слышу его, но я его не вижу. В смысле? А, там просто бьется дверь. Блин, надеюсь, здесь никого нету. Блин, он где-то топчется. Он где-то топчется. Капец, он где-то рядом. Быстрей. Он сзади? Или это я, блин, топтался? Я уже не понимаю. Здесь вообще ни хрена не видно. Следы крови? В натуре. Блин, я не хочу встречаться с этим придурком снова. А почему? Почему такие маленькие кровавые следочки? Надеюсь, это ветер. Где? В смысле? Да ну опять коридоры! Пошли в жопу, я не хочу с ним встречаться. Где? Идет сохранение, и походу будет жопа. Охренеть, кровь здесь? В смысле? Твою мать, кто там? В смысле? Да в смысле? В смысле? Он здесь! Он здесь! Он здесь! Он здесь! И куда? А куда? Вот ты мерзость, а. Куда от тебя бежать-то? А, он здесь! Блин! В смысле? А как? Как от него убежать-то? Он и здесь, и там получается? Нет, серьезно. Здесь от него не убежать, правильно? Ой, какой ты мерзкий. Здесь не убежать от него. А куда тогда от него убежать? Мне кажется, я понял. Или ни хрена не понял. Не знаю. Давайте попробуем его выманить сюда. Может быть, дверь открылась? Да нет. Так, он здесь. И одновременно здесь, правильно? Но у меня есть идея вот так вот сделать. Просто перепрыгнуть. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Он меня усек. Куда дальше? И куда дальше? И куда дальше-то? Ёлки. Он сзади. Нет его там. Он, походу, мороза боится. Вот и сиди там, грейся, урод. Все равно это все не по-настоящему. Я не успею замерзнуть. Только лишний раз обосрусь, но это уже дело привычное. Блин, где здесь выход-то? Серьезно, а куда идти-то? Может быть, туда? Нет. А сюда? Что там такое? Серьезно? Еще в подвал какой-то не хватало залазить. Он же по-любому будет в упор где-нибудь. Да? Ай, блин, там мигающий свет, как обычно. Ничего простого. В тебе была ревность, в тебе был страх. В смысле? Он сзади? Он сзади. Он сзади. Он сзади, блин, друг, лезь! Лезь быстрее! Лезь быстрее, он сзади. Фух, куда дальше-то? А, я в столовой. Я в столовке. Да блин, здесь тоже закрыто. Ну и куда? Сюда? А здесь он по-любому где-нибудь будет. Так ведь? Закрыто. Блин, что это за мразь такая? Почему он меня преследует? Ты тут не один? В смысле? Что это значит? Оу! Джессика! Джессика? Джесс! Эй! В смысле?
Где? Где? Я не вижу. Мне на звук идти? That little one. Light of light. Jessica, can you hear me? Джессика, ты меня слышишь? Thy presence bright. I need not fear. If thou were near. Она читает какой-то стих, и кто-то стреляет. Блин, подожди, я быстро просмотрю. How the fuck do I get out of here? Ладно, хрен с ним потом. Где она? Я ее не вижу. Не слышу. Light of light. Там. Keep me this night. And shed on me. Походу встречусь с этой парой. I need not fear. Она рядом. If thou were near. Она прям рядом. Thou art my savior. Kind and dear. Quick. The day is done. Быстро говорит. Oh God, the sun. Look down upon. Да где ты? Я тебя не вижу. Light of light. Вот она была. Я прям сквозь нее пробежал. Да где она? Так она летает везде. Я не понимаю, где. Нету конкретного места. Сюда, Блейк. Джесс, ты там? О, я наконец-то стену нашел. О, блин, твою мать! Что? Что это было? А почему она повесилась-то? Она в школе это сделала? Зачем? Все, я в реальном мире? Да, походу я в реальном мире. Надеюсь, этого придурка больше не встречу, горбатого. Блейк. Озеро. Переберись на другую сторону озера. В смысле, какое озеро? Блин, там не было озера. Как ты его нашел? Откуда оно вообще здесь? Ладно, похоже, не остается ничего, кроме как идти к этому озеру. Искать проход. Или проплыв. Лодку. Как обычно. Блин, а где здесь обход? Здесь везде какие-то ветки. Ага. Можно по камням? Okay. Там кто-то есть. Хорошо, говорит, я не засуну. В смысле, он под воду ушел. С этим озером, говорит, что-то не так. Ну, явно не так, если там чувак просто под воду ушел. Блин, а тут, в принципе, прикольно. Достаточно. По сравнению с тем местом, где я только что был, я не про школу. Здесь достаточно уютно. Ну, естественно, тут никто меня не пускает. Никто со мной не хочет дружить. Не больно-то и хотелось. Так, там что-то светится. Мне кажется, я нашел лодку. Дырявую, но лодку. Блин, а ради интереса, он говорит, я не хочу туда даже пальцы опускать в воду. Вроде ничего страшного не происходит, Блейк. Ладно, а куда мне дальше-то? Озеро мы нашли, а пересечь его на чем? Здесь ты не перейдешь. Там кто-то есть. Кто там? Это просто ветер. И зачем я опять иду обратно? Скажи мне, Блейк, зачем ты идешь обратно? Тебе нужна лодка, чтобы переплыть. Не знаю зачем, только... Ну, тебе надо на тот край озера. Шахты. Откуда ты знаешь, что она в шахтах? Серьезно, Блейк. How am I gonna get across там кто-то кряхтит. Ёлки-палки, ну как обычно. А, корни и ветви. Давай-ка посмотрим, может быть что-то будет. Нет, опять бубнешь и причем задом наперед. Окей. Здесь кто-то кряхтит. Как мило. Туда я смогу подняться? Кто там? Где? Что? Что за черт? В смысле? Опять вспышки? Где что? Что я снимаю? А это что? Это город? Так, ну да, мне надо смотреть туда.
Ну давай, Блейк, объясни теперь, что ты заснял. Tower. Башня радиоушка или радиорелейная линия, возможно, цивилизация. На секунду я подумал, что могу не умереть. Окей, Блейк, значит, это наша следующая цель после шахты. Здесь кто-то кряхтел. Мне еще не хватало с кем-нибудь встретиться. Ну-ка. Ух ты. Что? Help? Серьезно, help написано. Не хочешь нырнуть? Наверное, не очень. Так, видимо, мне на ту сторону, но лодки я там не вижу. Может быть, здесь? Ну, давайте попробуем спуститься. Так, с этой стороны никого. Наверное, мне в эту. Аккуратно. Не убейся. Ух ты, блин. Ну давай. Оп. Хорош. Ну и? Зачем только что сохранение было, чтобы я не разбился, я понял. Я истекаю кровью, мне нужно найти бинты. Капец. Мне нет шансов. Мне надо срочно спасаться. Смотри, смотри, бегут. Прям ломятся из лагеря. А я зачем-то сюда бегу. Так, может, тут бинты есть? Есть, отлично. На всякий случай мотнемся. И посмотрим, что здесь. Тут какое-то письмо кому? Ну, короче, непонятное письмо, что валите к Папиноту и расскажите ему все. А что все, я так и не понял. Отлично. Я нашел лодку. Надеюсь, никаких западлов меня ждать не будет. Лодку, говорит, нашел. Это просто дверь. Так, нажмите, чтобы грести. Используйте, чтобы управлять. Серьезно? И куда мне грести? К радиовышке или туда? Давай-ка я не буду углубляться. Я попробую пройти вдоль берега. Я не уверен вообще, что я правильно гребу. Блин, да повернись, блин. Блейк, твою мать. Где? Он не плывет туда, куда я хочу. Тут один туман. Ладно, будем плыть вперед, короче. Блейк, блин. Ни хрена ж не видно, Блейк. Ну капец, я заблудился. Сейчас еще в какую-нибудь жопу выплыву. Кто там? Блейк, мы точно плывем куда надо? Я ни хрен... В смысле? Что опять-то? Да ну нафиг, опять вспышка. Давай, греби быстрее. Что это? Дохлая рыба? В натуре? Это знаки. Апокалипсис. Надеюсь, я просто схожу с ума. Надейся, Блейк. Ох ты, блин! Охренеть. Блейк, давай, выныривай, придурок. Кто там? Еще труп. Плыви, Блейк. Давай, 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 Блейк. Отдыхайся. Разреши мне помочь тебе? В смысле? Ты еще кто? Капец. Давай быстрее, забирайся на плот. Ну давай же. Нажмите несколько раз. Сколько ж у тебя проблем вызывает? Просто залезь на плот. Давай, греби быстрее. Пересрался, друг. Ты хоть гребешь или нет? Я не понимаю. Блейк, мы плывем? Ты в одну сторону, мне кажется, гребешь. Да плыви ты уже, Блейк. Нет, правда, он плывет или нет? Вроде подгребает. Но как-то он это медленно делает. Ну, наконец-то, суша.
И здесь меня ждет более жопная жопа, чем там, мне кажется. А, это сплав. Нифига себе, прикольно. Каяки, давай. Это мне нравится. Главное не перевернуться. О, там спуск. Смотри, Блейк, там спуск. Давай, поворачивай. Сейчас будет весело, Блейк. Готов? Давай, 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 оплывай. Да вроде ничего страшного. Просто сплав. Во, течение ускоряется. Ты кого-нибудь видишь? Мы что, к вышке плывем? О, это ж свет. Жёсткий, говорит. О, ходит кто-то. Свет как от этого луча, который всех гипнотизирует. В смысле, ты пытаешься просто выбить этот камень? Хорош. А зачем? Они же... А, вон, точно, за тобой гнался. Давай, приятель, просто сплавляемся по реке. Это они. Они забрали Лин. Кто? Я не вижу никого, кто забрал бы Лин. Я почти на месте, Лин. Культисты хотят ее смерти. Те добрые христиане. Потому что Бог сказал, что она должна умереть. Но есть другие. Еретики хотят, чтобы она родила ребенка. Чтобы досадить Богу. Что они сделают, когда узнают, что ребенка нет? Я должен. Господи, Лин, я иду. А вдруг он есть? О. Подожди, подожди, Блейк. Повернись, блин, ни хрена не видно. Кто там? Кто это? Они просто тусуются там? Но они кого-то сжигают. Охренеть. Да снимай ты, придурок. Да снимай ты, придурок. Ты ж запись потеряешь. Капец, а кто это был-то? И там какие-то пики. Ох ты, блин, сколько здесь трупов-то. Трупов было так много, что по их спинам можно было перейти озеро. Почти забавно, вот, вот как ходят по воде. Да, это немножко символично, типа, да? Ну, попробуем проплыть как-нибудь между ними. Охренеть, сколько вас тут. Блин. Поаккуратней, Блейк. Я не хочу с ними встретиться с глазу на глаз. Сохранение идет, значит, что-то меня ждет. А, Блейк, ты не хочешь плыть вперед? Опа, еще кто-то. Они за мной следят? Надеюсь, что нет. Блин, и долго мне плыть по этой реке-то? Я уже устал. Пытаться управлять этим говноплотом, который нифига не управляется. Кто там? Да блин, да повернись ты уже. Сзади никого. Опять сохранение. Мне кажется, я быстрее поплыл. Ну, товарищи, где вы? Я никого не вижу. Опа, еще один висельник. И походу я сейчас влечу куда-нибудь. Капец, Блейк. Главное... Держи. Нифига тебя вынесло так как резко. Да ты везунчик. Давай, поднимай свою тушу и... Пожалуйста, говорит, не уплывай. В смысле, он уже тебе не нужен. Зачем ты сплавляешься по реке-то? Куда? Блин, да хорош уже, заколебали за мной следить. Там опять кто-то кряхтит наверху. Никакого спокойствия. То, что я плавал, это не спокойствие, ни хрена. О, вот и плот мой. Мне бы только, говорит, перебраться. Надеюсь, меня не спалят. Давай, Блейк. Только не шлепнись и не уплыви. Без плота.
Смотри, смотри, бежит. Черт подери, нет. А что это? Что это посередине? Непонятно. Просто половина тела? Ну и что? Здесь повсюду тела. Ты уже должен был привыкнуть, Блейк. Тот плот, говорит, не мог уплыть далеко. Окей. Убиты как предупреждение. Или как приветствие. Возможно, нас так поприветствовали. Какое милое приветствие. Всем привет и... Да, прикольно. Трупы повсюду. Мне нужно повалить это дерево? Видимо, да. Ты часы разбил. Охренеть. Что? Любовь устанавливает свободу? Или я неправильно прочитал? Кто кряхтит? Тихо, не упади, блин! Придурок! Что, нормально? Мы плывем? Плот! Ну же, мне нужен плот! Нет, так не должно быть, я понял. Окей, просто идем вперед. Надеюсь, меня здесь никто не ждет. Отлично. Теперь осталось спуститься к плоту и валить отсюда. Только без весла, как ты это сделаешь, я не представляю. Есть плот, я вижу его. Идет сохранение, использовать. Давай, давай, давай. Они уже за тобой. А весло-то откуда здесь? Давай, давай, давай. Все. Мы уплыли. Нет? Да? Кто? Где? Да где? Пошли в жопу, звери вонючие. Все-таки первая часть была поинтереснее, чем просто сплавляться по реке от бешеных придурков. Это не так весело, как бегать по коридорам больницы. Ну же. Может быть, здесь меня кто-то напугает? Давай, Блейк, загребаем. О, ни хрена себе они. Вот это паркурщики. Ух, ребята дают. Мне кажется, они меня ждать будут. Охренеть, они скачут. Давай, давай, Блейк, нам налево. Налево, Блейк, налево. Твою мать. Он не хочет разворачиваться. Да плыви же ты уже. Ну, Блейк. Твою мать. Так, сохранение идет. Значит, мы скоро пришвартуемся. А с чего это течение-то так быстро потекло? Блин, Блейк, сорян. Я пытался удержать плот. А где? Куда? Что? Он не дает мне даже управлять. А, серьезно, ты на остатках плота будешь плыть? Где? Блин, что они с ней делают? Они думают, что она чья-то мать. Они называли меня отцом. Но ведь я не... У нас несколько месяцев не было. Это невозможно. Но может быть, у нее от кого-то другого, Блейк? Ну или как бы беременность, она протекает какое-то время, несколько месяцев. Похоже, это то место, куда мне надо. И куда мне швартоваться? Блин, почему я этого быстрее не могу сделать? Почему он так медленно плывет? Кто там? В смысле? Да в смысле? Куда бежать-то? Давай на берег. Давай на берег! Блин, он на берег не хочет. Смотри, они. Они из-под воды откуда-то повылазили. Ты что, по воде бежишь? Ну, я понял. Мне надо бежать туда, где подсвечивает. А, что за мерзость опять? Блин. Да что ж ты.
Покоя мне не даешь. Вот опять эта тварь. И куда мне бежать? Блин. Ай, блин, смотри, какая она близко. Как она близко. И куда мне от тебя бежать, ты придурочная? Куда бежать-то от него? Вот куда? Я не понимаю. Сейчас ведь догонит, смотри. Нет? Не догоняет. Не догоняет? Ну, и куда? Куда тебе бежать? Вот никуда же от тебя не смоешься, а? Или я смылся? Или я смылся? Или я смылся? Да. 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 Фух. Серьезно, мне нужно было просто убежать от нее. Капец, она мерзкая тварь. Что это за... вообще... ассоциация у тебя, что ли? Что это? Что это за монстр? Откуда он в твоей голове? Замечательно. Мы еще и в бассейне в школьном. И, конечно же, мне в раздевалку, да, в какую-нибудь? Надеюсь, здесь никого нет. Ну, выход я нашел. Отлично. Который не работает. Ой, опять я сейчас встречусь с этой падлой где-нибудь за углом. Да? Ух ты, блин. Охренеть. Ладно. Я не хочу с вами сталкиваться. Лоп-лоп, господин Медуза. Но мне, походу, придется. Может, окунуться? Давай окунемся. Даже следа не осталось. Кто там ломится? На счет три. Раз, два, три! Что? А, его сзади нет. Окей. Как я должен это понимать? Здесь что-то есть? Нет. Ну и как это понимать-то? Ай, блин! Кто идет? Валим! Валим, раз идет! Валим! Я за тобой! Я за тобой, подруга! Где он? Я его не вижу. Ох. Валим, валим на свет. Так. А куда дальше? Направо. Вон он. Мерзость. Что ты за мерзость? Ладно. В первой части было понятно, но здесь тут вообще ни хрена не понятно. Кто ты? Что ты? Ну и куда я? Мне туда? Нет. А, что за черт? Куда дальше-то? Назад, что ли? Сюда, может? Давай сюда. Сюда куда-нибудь. Все, я встрял. Я в тупике. Фух, тут какая-то записка. No Lin is War Han Lin. Непонятно. И куда мне дальше-то? Пожалуй, начну с батарейки. Блин, опять все стихло. Но по логике мне туда. Правильно ведь? Нет. Ни хрена. Здесь заблокировано. Может быть, в эту дверь? И сюда попасть за... Нет. Естественно, нет. Значит, мне назад. Очень здорово. Бегать в одну сторону, потом бежать в другую. Потом в третью, десятую. Ага, я на втором этаже бассейна. И эта тварь где-нибудь сзади, да? Блин, жутковатое место. Вот если на секунду представить себя одного в какой-то школе. Темные коридоры. Ни хрена не видно. Это стремновато, наверное. Так, а это что за место? Просто коридоры? Ай, блин! Фак! Где? Где тебе помочь? Да где? Где она? Она просила помочь. Да я пытаюсь! Я бегу! Лин, ты где? Это точно Лин? Или это Элизабет? Окей, мне кажется, я смогу тебе помочь. Ты наверху где-то. Оставьте меня в покое. Не трогайте меня, пожалуйста. Подожди, это Лин была или Элизабет? О, я походу в шахты проник.
в натуре. Прикольно. В смысле? Да ну нафиг. Охренеть. Серьезно, кровавый дождь? Ну это же прям реально апокалипсис какой-то. Блин, вот такого я не ожидал. Охренеть. Я еще и заснять это могу. Интересно, это сохранится реально? Это не мои глюки? Капец. Ну это эпично. С одной стороны. Давай-ка посмотрим. Льющаяся кровь. Думаю, она стекала с ее туши. Нет, просто я пытался не вступить в эту кровь, потому что не хотел потерять следы. Что? Я не врубаюсь. Блейк, тебя походу прет. Охренеть, здесь кровище. Это что, серьезно, кровавый дождь? Жесть. Ну и куда мне дальше? Куда-нибудь в шахты, да? Кто? Что? Мне кажется, у него уже переплелась реальность с его воспоминаниями. Ни хрена ж не видно из-за этого дождя. Ай, жесть. Да ну нафиг. Так, здесь вроде поспокойнее. Сохранение идет. И... Ох ты, блин. В смысле? Ёлки. Охренеть. Что? Что это за место? Кто это, блин? Кто это шепчется? Ладно, друзья, на этом на сегодня все. Не забудь поддержать меня лайком и подписаться, чтобы не пропустить следующую серию. Ну и всем пока.